Всем привет! Продолжаем плести круглую корзину. В этом ролике буду снимать ряд за рядом. В том ролике мы вплели 3 ряда. Вот я вплел 4-й ряд. Как видно, корзинка уже закругляется. Выходит на круг. Ну вот, вплел 5-й ряд. Ну, уже видно, что корзина закругляется. Еще как раз 3 ряда и выйдет на ровненький круг. Вот вплел 6-й ряд. Уже видно хорошо углы. Закруглились. Пошли стенки закругляться. Шестой ряд вплел. 5-й я вплел внутри. Вплел 7-й ряд. Вот что получилось. Еще один ряд буду вплетать, но это уже в следующем ролике. Я покажу и продолжим приводить его в порядок. Круг, как видно, не очень. Ну, не очень из-за того, что стенки еще мягкие. Поэтому он как бы не держит круг. Ну, в следующем ролике будем приводить ее в порядок, заплетать эти ленты по кругу, и тогда уже будет видно. Круг корзины. Я думаю, должен получиться идеальный. Ну все, всем пока. До встречи в следующих роликах.